Другим темам. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал обращение к нему с просьбой повлиять на пересмотр приговора Виктору Гончару. Под интернет-петицией подписалось уже более 10 тысяч человек. Как человек разделяю возмущение, эмоциональность, вот это, которая звучит. И, конечно, мне бы тоже не понравилось, если кто-то пытался ворваться в мою квартиру. Дело в том, что другой разговор, как я как мэр, ну, как чиновник в данном случае, высшее должностное лицо в городе Новосибирске, конечно, вот мое вмешательство, оно будет не просто неуместно, будет рассмотрено как, ну, превышение определенных полномочий. Напомню, отец двоих детей получил 7 лет строгого режима за непредумышленное убийство. Общественность считает, это была самооборона. Пьяный мужчина пытался войти в квартиру Гончара, схватил его дочь. Осужденный вытолкал непрошенного гостя, несколько раз ударил его. Тот скончался от разрыва печени. Анатолий Локоть пообещал материальную поддержку семье осужденного Виктора Гончара, оставшейся без кормильца.